О, привет, ребята! О, привет! Привет! О! О! Ты где? Готовы? Вы готовы начать новую игру в Джойс? Мы готовы начать новую игру Джойс. Да. Остальные вопросы на карточках перед вами. Отказаться отвечать вы, конечно, можете. Но вы должны будете тянуть карточку или шоу. И что там будет? Будет какое-то точно неприятное для вас действие. Окей. Ладно. Окей, we're ready. We're ready. Кто первый наберет 6 баллов, победит и получит приз. Кто начнет игру первым, определит жребий. Сейчас вы прослушаете фрагмент из вашей песни. У кого первым появится вариант, выкрикивает слово «Джойс». Если ответ верный, вы начинаете игру. Окей. Готовы? Вислова. Вислова? Это что, реально Вислова? Ну, конечно. Ты почему ты расстроился вообще? Я думал, что это будет другая песня. Я четко услышала там вот туда, где сливается. Мы знаем, это он или она с нами общается? Я думаю, что он. Ты четко отгадала эту песню, и теперь у тебя есть возможность вступить в игру, либо перекинуть ход на позитива. Я попробую начать. По-моему, Леша уже задание выполнил. Леша выполняет наказание, не обращай внимания. Что бы ты сделала, если бы на один день стала позитивом? Так, ну подумай, я... стоит ли на это отвечать? Да, конечно, смысле, можно. Конечно. Мне кажется, вот как-то мне достался первый такой лайт вопрос. Что бы я сделала? Я бы нафиг сбрила его усы. Сбрила бы, была бы счастлива, и он бы потом очнулся уже без усов. И это был бы прекрасный день в моей жизни, я бы его надолго запомнила. Как бы ты использовала мои неусы? Нет, ну я чисто тебе сюрприз передала бы просто. А, просто ты просыпаешься, типа, такая... и ты без усов. То есть это вот целый день твой прошел бы просто позитивно? Нет, что бы ты сделала тут надо? Окей, нафоткала бы себя в Инстаграм, типа, эй, ребята... Есть аккаунты, где, например, антиусы позитивы, да, есть да, такие да. там. Типа, мы просим, пожалуйста, есть целое движение антиусатого позитива. Ну, если, видишь, тут, если ты хочешь развернутый ответ, что бы я с тобой сделала, давай, я давай. Бы тебе просто мстила каким везде. Каким образом? Ну, я бы набила... Смотри, я бы набила татуху со своим именем на теле позитива. Это первое. Это так интересно. Да, это чтобы навсегда. А навсегда. Что, у него нет разве такой? С моим именем нет. У него есть мозги, татуха, какие-то там еще. Хоть где-то у него есть мозги. У него есть татуха какашки на ноге. Ну, похоже. Он хотел тучку набить, а получилась какашка. И все мне нравится. Хорошо. Леша, чтобы тебе было не так обидно, давай на тебя применим эту штуку. Что бы ты сделал, если бы стал Дорофеевой? У меня все пошлые мысли лезут, например. Но я бы точно побрил Дантеса на лысо. Ты что? Ну и трогал бы себя всю ночь. О, боже мой. А Дантеса трогал бы? Нет. Я бы ему не дал. Окей. Если нужно обязательно выбрать что-то одно, то что, петь с Надей и не выступать с группой «Мозги»? Или остаться с мозгами и оставить Надю? Отвечай. Это тяжелый вопрос. Почему? Потому что все как-то хорошо идет у нас с тобой, знаешь? Ну и там неплохо. И там неплохо. Посмотри сначала на Казани. Котик веган. А что там? Есть куст петрушки. Не вытаскивай его из горшка. Окей. Ну что, ты готов на наказание? Да. Леха, а я так понимаю, тебе весь этот куст надо съесть? Не, я понимаю, что просто нужно сделать хотя бы хоть что-то. А как это ты понял, расскажи. Ну что же, я предлагаю просто съесть все, что ты видишь перед собой. Я уже делаю, я. Нормально? Отлично, это полезно. Полезно очень, да. Земля тоже неплохая очень. Ой. Леша, все-таки, с кем бы ты выбрал? Петь с Надей Дорофеевой или читать рэп с группой «Мозги»? Боже, реально? Ой, боже. Я уже давно сделал этот выбор. Я считаю, что группа «Мозги» и «Время и стекло» — это совершенно отдельных два разных полюса вообще моей работы. Поэтому мне кажется, что я бы не смог жить ни без Нади, ни без группы «Мозги». Поэтому вот такой ответ, потому что я сел в петрушку. И усидел на двух стульях сразу. Молодец. И ты получаешь 2 балла. Ну что же, Надежда, хочу посмотреть, как ты ответишь на следующий вопрос. Вытягивай его, пожалуйста. Супер. Итак,
Расскажи о самом большом своем комплексе. Так, можно я посмотрю действие? Конечно. Так, называются эти домашние животные. Попробовать собачий и кошачий сухой корм. Я, кстати, пробовал. И определить, где какой. Я пробовал. Я реально различу даже собачий и кошачий. И поверь, в размере не дело, потому что там как раз бывают и йорики, знаешь, типа, и поэтому он тоже бывает маленьким. Леша, какой корм тебе понравился больше, собачий или кошачий? Мне больше понравился собачий. А сильно жесть? Ну, под пивко зайдет. Но тут нет пивка. Мне не очень не нравится момент, что ты вырвался чуть-чуть вперед. Окей. Мне не нравится, да, что ты такой рисковый пока что. Поэтому я выбираю вот это. Вот я это тебе вот. Помогу. Вот это. Вау. Да? Ой, фу, блин. Ну я чуть-чуть уже. Стой, секунду. Все, уйди, иди. Надя, у тебя есть домашние питомцы? Эксперт. Подожди. У меня нет. Ну, после этого они тебе и не понадобятся. Так, ну ладно. Ну все, это мое задание, уйди. Слушай, ну оно отвратительно, конечно. Очень. Какой на вкус, расскажи, нам всем интересно. Неприятный. Так, хорошо. Ужасно. Фу, блин. Какой тебе приятнее был? Никакой. Маленький или большой больше? Блин, мне реально тошнит, ребята. Пожалуйста, не кормите так собак. Блин. Если честно, мы и сами не знаем, где собачий, а где кошачий. Но говорим большое спасибо за Дантесу, за то, что он приготовил эту еду. У меня аж настроение испортилось. Мне кажется, сюда угадывать не нужно. Ты просто это сделала. Давайте поаплодируем всем. Давайте. Эй! 2 балла! 2 балла! Что тебя больше всего раздражает в Наде? Мохито зожника. Выпить коктейль мохито с рыбным жиром. С рыбным жиром. О, боже. Ой-ой. Тебе нужно выбрать либо то, либо то? Я не буду пить рыбий жир. Мне раздражает больше всего в Наде паника. И иногда она, ну, чтобы раскрыть вопрос, ответ был. Иногда в Наде эта паника... Она совершенно не имеет никакого смысла. Вот. И это очень сильно раздражает. Раздражает до такой степени, что мы можем сильно поругаться. И, во-вторых, мы еще вдвоем тельцы. И мы очень рогатые и бодатые. Поэтому мы очень часто можем бодаться, смотреть в одну сторону. Мысли могут быть одинаковые, но просто каждый по-разному их выражает. И поэтому бывают вот совершенно ненужные нам ссоры. Вот. Поэтому вот именно... Вот это и рассказать. Очень поэтично. Значит, вопрос такой. О каком поступке в своей жизни теперь тебе до сих пор стыдно? Ага. Или действие? Туалетная вода. Тебя с головы до ног обрызгивает освежителем воздуха. Какой освежитель воздуха? Ниша будет. Давайте уточним. А да, а скажите, какой запах у освежителя воздуха? Так, альпийский лук. Сейчас я попробую. Ой. Не то сделала. На вкус? На вкус. Можешь рюмочку, Надя? Надя, после собачьего корма, мне кажется, что тебе это понравится. Он, я поломала. Но он тебе очень подходит по цвету. Мне кажется, что ты можешь даже пахнуть так. Слушай, неплохой парфюм, Алексей. А, погнали? Давайте. Я это должен делать? Конечно. А, ну я могу сама, да. Безопаснее будет. Ты сейчас как войдешь в раж. Ты выполняешь задание? Да. Ну что, давай. Обрызгай себя с ног до головы. Главное, чтобы голос твой не поменялся. Хорош! Хорош! Дай мне немножко. Не надо, мне тебя жалко, но он тут так воняет. Надя, давай. Не, Лех. Это здесь запахло приятно. Я как будто сходила. А, хороший, знаешь, запах. В туалет так еще. Да? Хотя не ходила, ну понял? Вот реально, почему, когда ты пользуешься освежителем воздуха, ну вот реально, ты не какал, например, но все равно вот ощущение, что ты посрал. Это ассоциативная фигня. Если бы у тебя была возможность производить собственные парфюмы для туалета, вкус? Как бы ты их назвала? Карамелька. Кстати, ребята, обратите внимание, что все эти вопросы прислали ваши фанаты и подписчики. Посмотрите, 459 комментариев. Сколько реально денег
Вам не жалко отдать за билет на ваш концерт? Это очень легкий, это очень хороший вопрос. В том плане, что, возможно, ты захочешь, ну, как бы, естественно, выиграть и выбрать действие, но я тебя агитирую ответить на этот вопрос. Давай посмотрим на действие. Бровки дурдомиком. Покрасить брови в дурацкий цвет. Я не против любого дурдомика. Это очень страшное наказание. Это офигенная тема. Брови, да? Это очень круто. Я, кстати, в жизни так иногда вот здесь подкрашиваю. Не видел, да. Я всегда хотел поправить тебе и сказать. Ты думал, что... Ты промахнулась, я думаю. Надь, ну давай честно поговорим о том, что сколько бы мы могли потратить на концерт, например, в нашем туре Вислова. Давай яснички. Нет. Ладно, Лёша, давай проверим тебя. Знаешь ли ты вообще, сколько стоит билет на ваш концерт в туре Вислова? Я не знаю, честное слово, потому что я действительно не задавался этим вопросом, потому что занимаются этим вопросом другие совершенно люди. А усы? Делай, что хочешь. Это все для того, чтобы вы пришли на наши концерты. Так, вот чем больше ты говоришь, тем хуже ты выглядишь. Сколько ты хотел бы, чтобы стоил билет на наш такой концерт, как у нас, я бы отдал и 10 тысяч гривен. А что ты скажешь на это вашему 15-летнему фанату из города Житомир? Говори с папой, с мамой. Я, вот честно, отдаю 1 балл позитиву, если так можно. Ну что же, ставь лайк, если захотел поцеловать Лешу прямо в губы. Или в усы. Ну что же, я тебя поздравляю, ты заработал 3 балла. Спасибо! И выиграл эту игру. В смысле? В каком? Это смысле, блин? А я... Передумала. Я девочка, и мне можно передумать. Я забираю свой балл. Так, отказывались от похода куда-либо, потому что не хотели встречи с вашими фанатами. Я посмотрю действие. Реинкарнация. Изображать гусеницу, ползая на полу в спальном мешке. Погнали! Несите спальный мешок. Спальный мешок в студию. Давайте. Я просто не хочу ни в коем случае обижать фанатов или не обижать. Мы же не знаем, как я ответила. Да? Леха, я не могу, тут у меня. Давай, я тебе помогу. Пиджачок. Вот ты ложись. Так. Ложись. Леша, куда? Куда ты ложись? Девочки. Лех, ну как? Лех! Ты самая лучшая гусеница, которую хорошо, я видел. Хорошо, блин. Вот так. Нормально, Лех? Да, просто протри пол, спасибо. Маня, тебе отдельное спасибо от уборщицы студии, в которой мы снимаем. Сегодня она не будет работать. Давайте аплодисменты Наде, пожалуйста, в студии. Неплохо. Ну как? Все? Надя, скажи, а тебе приходилось видеть позитива в таком состоянии после концерта? Конечно. Всегда. Я накачала шею, кстати. Ой, спасибо, Алексей. Все очень легко и просто. Для того, чтобы одержать победу в Joy-шоу, надо просто поваляться на полу, как это сделала Надя Дорофеева. Ты выиграла! Поздравляю! Если сейчас будет опять сумка клетчатая... Нет, давай так. Мне кажется, она тут теперь. Нет, я хочу эту. Нет. Я хочу! Я стопудов знал, что... Леш, ты меня обманываешь. А ты чего пришел подарок выбирать вообще? Ты ж проиграл. Сертификат! Носки! Пополнение счета! Класс, носки, кстати, можно одни взять? Да, бери, спасибо, пожалуйста. Так, может, мне купишь у меня их за этот сертификат? Надя, расскажи, что у тебя в руках. Значит, у меня сертификат на пополнение мобильного счета на 1000 гривен, и это офигенная новость. А еще у меня черные носочки, которые я меняю каждый день, чтобы быть свеженькой и красивой. А еще у меня прекрасный партнер по группе, который мне проиграл! Друзья, мы даем вам 10 дней для того, чтобы вы написали комментарии под этим видео. В комментарии нужен самый крутой и прикольный вопрос для нас. И автор самого крутого вопроса получит вот такие вот прикольные призы от нас и Джойс вместе с нашими автографами. Надя, Леша, надеюсь, что после сегодняшней правды и того, что вы натворили в соцсетях, ваш следующий концерт соберет хотя бы пол дворца спорта. Еще увидимся. Обязательно.